Всем привет, с вами снова Никита Блуд и Артур. И Артур. Всем привет, дамы и господа, с вами Никита Блуд. Сегодня мы снимаем продолжение Коуп Вандроус Винтер Кастл. Вторая часть. Приятного просмотра. Так, как вы помните, в прошлый раз мы закончили первую главу, часть этой карты именно на этом месте. Вот теперь у нас открылись врата, и мы идем напрямую во вторую главу. Погнали. Надеюсь, эта карта будет повеселее, чем прошлая. Потому что в прошлой было очень скучно и очень просто. Там, в общем, изи. Посмотрим, что будет в этой. Так, по привычке, как обычно, встречает броня, пистолет Бизон и хилочки. Ты все взял? Ну, 4. Да, отлично. Ну, видимо, погнали, да? Жесть. Жесть. Почему лестницы такие странные? Не знаю. Так, то есть какие-то залы. Эти фонарики меня не впечатляют, конечно. Чего? Не знаю, они какие-то странные, наверное. Не, не нравится. А, я понял, нам нужно пройти левую и правую дверь, чтобы открылась эта, как я понимаю. Ну, го, тогда будет сразу. Го. Го. Та-там. У тебя на FFCVN посмотри, сколько патронов дополнительно. Они бесконечные, эти патроны. Должны быть, по идее. Нельзя, значит, налево сразу. Сказал. Но в прошлой карте у меня были бесконечные патроны, сейчас не знаю. Не, сейчас они тоже бесконечные, просто... Окей. А, я не взял, видимо, на FF7. Окей. Он как-то странно перезаряжается. Так. Не знаю. Оно крутится. Жесть. Оно останавливается, да, по-моему, нет? Откуда я знаю? Зайди вовнутрь. Ебануться.
Жесть. Это прям станция 9 и 3 четверти. Ого. Знаешь таких? Нет. Барановичи. Merry Christmas. Ля. It's here. Подарки, Артур. Ого. Может, не что-то есть? Сомневаюсь. Не знаю. Подожди. Place your gifts here. Это что? Переводи. Ну, положи свои подарки туда. Положите ваши подарки сюда. Может, их можно как-то переносить вон те подарки с под елочки? Да нет. Понимаешь? Наверное, я не знаю. Так они... Это, там даже не текстурка. Ну да. О, здесь прокурить надо. Что есть? Паркур, молодежное движение, стиль самовыражения. Бля, такой сложный паркур. А, нет, показалось. Бля, вот стрейфить я не умею. И это беда. Ты умеешь стрейфить? Само собой, я на третью балку залезть не могу. Бля, это печально. Это будет долго. Ненавижу эту игру. Короче, один раз показывал. Получилось, Артур, да. Теперь я на вторую балку запрыгнуть не могу. Ё-моё. А ты куда забирался по лестнице-то? Там невидимая плита. Так что можешь по лестнице просто забираться. А, вижу. Теперь по ним прыгать, да, надо? Я понял. Так. Сюда. Сюда. Бля, паркур меня выматывает. Так, дальше вот. Что? Не знаю, подарок, а, видимо. Все, да, я взял. Понятно. Бля, минус 100 хп почти. У меня уже хп-то нету. У меня меньше. Так, по всей видимости, на Е. Ага. А, наверное, 2. Смотри. Смотри на меня. Смотри. Ну. Круто. А, у меня такое было в прошлый раз. Я по 2 патрона заряжаю с перезарядки. Может, надо сразу собрать все, а потом положить? Ну, как клей, в другую сторону надо идти. Пойдем. Там, походу, челы будут. Да, у нас же есть шприцы. Darkness kills white, doesn't. Мертвый гном лежит. Обсайд. Че делать? Где мертвый гном? А? Где? Что? Переводи, блядь. А, Дед Мороз. Что здесь переводить? Вот сложно. Тимота убивает. На белый можно запрыгивать, короче. Наверное. А дальше как? О, зибанихоп нужен. Прикол. Ну, может, мы успеем? А, стой, на белом хилиться можно, короче. А, в натуре. Бля, ну ты ебат, да. Там можно... О, так нихера оно снимает. 75. Без брони, если. У меня брони уже нет. Ну и? На а, Е. На Е надо было. Да. А, все, не снимает. Так, ну мы собрали подарок, получается. Че с Дедом Морозами? Ах, хз. Одень. Все, пропали. Опа, ну сейчас плюс скример будет. Надеюсь, чешо. Нет. Чешо.
Так. Что произошло? Я ничего... А, о, я положил подарок. Так, и чё? А, вон открылась дверь. Ля. Вход открылся. Деда Морозики. Смотри, может в этих... Чем-нибудь есть в турах. Ну, пустые. Ля, тупо Деда Мороза. Какие-то не криповые на самом деле. Опа, чё у нас тут? Попробуй взять бизон сейчас. Может, у тебя патроны. У меня с бизоном все нормально. А, ну пистолет возьми. Чё дальше? Рычаг слева. Опа. Босс. You made it this far. Impressive. Let's play. Let's play. You wanna play? Let's play. Я все сказал. Ой. Что делать? Гаси его. А, ты тебе хп снимала? Ой. На белом пути. Ну, это... Да я в курсе. Heavy snow, тяжелый снег. Хотя взорвет, включай. А, это он на оранжевый взрывает, да? Да. Подожди, может надо не в него стрелять? Может, другое? Блять, а во что? Не знаю. Ну да, он как текстура. Так, окей, я понял. Блять. Ого. Бля. А может в него все-таки? Бля, я хз. Ну видишь, что это посело попасть. Ничего, я не знаю. Тинериорус краш. Опа. А, это я выстрелил в них. Да вон, завязал способность. Думаешь? Да я не в курсе. Типа я в них выстрелил, они падать начали. Лол. Это вон, наверное. Ладно, побежали. Просто... О, ебать! О, я уже не убегаю. Я очень просто. Понял. Ля. О, господи. Добро пожаловать, Артур. С Новым годом. Кроме хп теперь мало. Так уж шприцы. А, ты не восстановишь имя, я понял. Ты не восстановишь. Ну, ничего страшного. Сотки не хватит просто. Тогда... Так, сейчас мы направо, получается. Смешно, Дед Мороз. Но явно намного легче, чем драконы, которых мы убивали в прошлый раз, Ник. Да. Убивали, и я убивал. Да, и ты был. Был. Был, да. Так, я был. Понял. Не дает. А вон и дракон. Где? За дверью. Ля, опять дракона мочило. Может надо Е нажать. Стоп. Все. Она погасла. Можно идти, наверное. А. Да. Погнали. You warriors impress me. My encounter with you at the village was merely trying to go back on your way. My magic attack is only getting stronger, which makes it harder for the Dragon King to find us. А он типа нормальный? I will be more than able to
help you reach Khan Van to defeat him and unlock the way to the Dragon King's throne. You have to promise me that you will defeat him and free us from his reign. Quickly, follow my back. I shall take you to him. Нажми на Е в него. Нажал. Ебать! Ля! О, она скопала. Отлично. Да я скопала. Прям видос вставляю, ёбать. Да я ставлю видос. Понятно, слабо. Иди сюда. Так о чём мы не летим? Ну, мы типа летим. Тебе дракона, блядь. Ну, мы летим в королевство, ладно. Лё! Повернул. Упасть? Я хочу, чтобы это закончилось. Надо закончить. Сейчас. Ля! Ну нахуя? Я ничего не делал. На драконе стоял. Стоял не на нем, если что. На нем я был, ёпты. О, мое упало. Ой, а что происходит? Ну это, видимо, вражеский дракон. А, отлично. Чаптер 6. Жесть. Офигеть. Чё, эти крылья сейчас всё время будут звучать? Ну мы типа над нами он. Что-то ещё есть. Так, ружья какие-то. Фух, сурдах. Ну, го вниз, чё. Так. Ага. Думаешь, стрелять надо? Нет, не знаю. Ты стрелял, по сути, я решил пострелять. Что ты сделал? Молоточек взял, вот здесь молоток лежал. Ага, ну все, ломай, видимо. Нажимай на Е. А, ну я тоже могу. Ля. Нам, походу, по цепям, надеюсь, надо ползти. Да, отлично. Какой я умный. Ну это хотя бы поинтереснее, чем прошлая часть. Я кричать. Где? Читаю разорвать. Ну, спускаемся вниз, по всей видимости. А здесь цепь, может, по ней можно? Как думаешь? Давай попробуем. А, на люстру. Мы не ищем легких путей. Бля, это прям было печально высоко. Я упал. Вот я глупец. Бля, какой. Ну, по всей видимости... Thank you.
Атлантик. Делать, да? Прыгай, перепрыгивай, бери шлем. Там написано, типа, надо убить охранника, типа, пятерочки, либо взять шлем. Нажал на слово вот это вот. Ну там же надпись была, видел перед дверью? Ну. А submission. Ну я просто на нее нажал, на Е и все. Ару, блять. А, ну а вот, где? Вот там типа мы взяли шлем. Вон он открылась по прямой. Надо было нажать на миссию, блять, взять шлем. Так я не помню, каких гвардинов убивать надо было, ну ладно. Не знаю, понятия не имею. Забаговался, ору. Ну и отлично. We'll be right back.
вполне не устраивает. Так, ну это сейчас будет дракон, видимо. Ну, надеюсь, ты сейчас появишься. Потому что я очень не хочу драться с ним. А. Меч. Ля. Про который говорил. А как взять-то его? Ну, так ты не можешь запрыгнуть по углам. А-а-а, о как. Так. Ага. Жесть, у тебя меч. А где-то хрень активировалась? За зданием. За этим вот? Угу. По-моему. Интересненько. Надеюсь, это чаптер. Потому что долгий путь проделан. Да, вот оно. Как непонятно. Так. Ого. Технологии. 21 век. Музыка закончилась. Ну и слава богу, блядь. Так, нихуя себе. Да. Поздравляю. Ой, я появился. Boss fight warning. Я появился. Он, я понял. А, далеко от видимо, да? Я появился сам где-то в начале. Ну давай, ползи сюда. Ну что, готов к битве с боссом? Подхилься. Нет, конечно. Так я фуллов, 300. Понял. Погнали. Бляд! Ля. So, you've made it this far, warriors. Видимо, не надо прыгать с ним. You are going to die, just like everyone else. Бля, голос норм. You have no chance against us. Meet your damned end now! Ля, он стрипнула. Красиво одно время. Над нами глыба. Я ее иду. Парень спай. Где парень спай? Reading Wine Church. Charge. Ля, он хлыб. Use a Reading Slash. Подпрыгни. А, я понял. Блять, не успел. Чё, надо быстро вообще-то? Да, согласен. Только ну, может, слишком близко. Блять, где ты, Иван? Опять. Ой, я успел. Кто-то... Ля, он флэк. Все, надеюсь. Бан. Засал. Ля! А, это наш. What are you waiting for? Теракт, да, и да, теракт. Нажимай. О, сейчас будет погоня. Ля! Да, бандитки в Петербург. Только не упади, это, бля. Я упал. Тут-то нам нет кого тут уворачиваться. Бриз метеор. Бля! А, да, нет кого тут. А, я понял, можно по дракону перемещаться, да? Да. Пуф, труда. Чё? Я упал. Ой. А, у нас это вот. А вот, да. Гандон. Да. Он спустил, да? А как от нее вот отъюзаться, я не понимаю. Вот как от нее? Фаза секретная. Чем ее
Первое одно рыло стрелять. Это прикольно. Я не на команду воскрешения или чё? Красава! Он сам умер, я умер. Он у тебя перестал личные штуки кидать. Это нелегально. Это нечестно. Я осуждаю такое. Бля, ну ты молодец. Ну поговори с ним, наверное, на Е. Good job, warriors. Only one left to go. You have to take this portal to get back to the castle. I have to settle some debts. May the white light guide your way. Иди в портал. А, он, наверное, еще не включился. Какие звуки? Все, иди в портал. Так я понимаю, забраться, да? Нихуя себе. Мега со. We'll be right back.
да, обратно. Тут вроде от падения не получаешь урона. Ну да. Ля, они здоровые. Вперед. А ты пробел нажимаешь, да, или на само? Пробел нажимаю. Понял. И улетаю. По песчинкам. Бум. Опа! Господи. Всем привет, дамы и господа, с вами снова Никита Блуд. Всем привет, дамы и господа, с вами Никита Блуд. Отлично, просто на босса меня свапнуло. Чё, идем? Ну да. А, ты можешь, в принципе, не идти. Это как эскалатор, короче, в метро. Ля, прикольно. Оба, можно прыгать, короче. Угу. Блин. Опять он? Ля, ну это он человек. Это же он. Это красивый, да, кот дракон вообще? Блять. Не подходи. Где эти субтитры? Meet your end now. А, они такие же. О, не могу. Нега, что за него понял? Я не знаю. О, Балрог! Что за чучело? Балрог! Балрог. Охуеть! А я вернулся. Не, надо, наверное, пиво охуять. Драгон. Гандон, блядь. А, я вернулся. Кита. А! Кто за ухо? Не знаю. Ты же аниме смотрел. Тебе надо музыка это? Нет. Ты аниме. Ля, гандон. Это что такое? Присядь! Это жесть. Мак, мега килл. Жестко. Жестко. Бля, меня выкидывает. Ля, ебать! Вторая форма. Жесть. Жесть, умру.
I am going to blow up this planet. Prepare to shoot. Опа. Потери какой-то. Может, кольцо стрелять надо? А то я не уверен. Work. Ура! Ура! Я больше всего жил. Час 10. Неплохо. Жил, кстати. Сторожил, жил. Вот это птыга, ёпты. 5000 шагов, понимаю. Хотя смерти у меня больше. Фух. Вот такая карта у нас получилась. Мы прошли вторую часть этого дурацкого дракона, которого они сделали полегче, чем в первой части, и это супер, классно и прекрасно. Всем большущее спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте подписаться на группу ВКонтакте. С вами были Никита Блуд и Артур. Всем спасибо и пока. Всем привет, дамы и господа. С вами Никита Блуд. Не режь меня. Фух, сурда. Не режь меня.